Так, ладно. Поехали, поехали, поехали. Кто у нас здесь? Блин, героев я еще не знаю, так что как-то так. На тебе, чуть-чуть я тебе поднакидаю, окей, чувак? Чтоб ты не наглел тут. Да ну блин, ну не сливайтесь вы, хоть вы не сливайтесь. Оп, 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 погодь немножко, чуть-чуть прям. А, чувак, прикрывает его, смотрите. Отлично, 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 уходим. Так, а там потихонечку, я смотрю, кормят, да? Хорошо. Так, у меня же есть баночки, ребят. Наверное, я их выпью. А чё я вард не взял, что ли? Вроде бы брал вардик, куда он делся, не знаю. Давай, добиваем его, отлично, отлично. Да ладно тебе, ладно тебе, хорош. Хорош тебя. Буянить. Ха-ха-ха! Третий раз уже я его убиваю. У меня маны нет. Так, все, ладно, я свалю. Мне бы тпхнуться, наверное, да? ТП-хнуться бы, блин, отхилиться. А чё у меня по золоту там? Где у нас тут золото? 1900. Давайте, наверное, я ТП-хнусь. В магазинчик. Executed. 1900. Можно купить сапоги воина. Да? Хорошо. On my way. Ха, вышка собьет. Прикольно. Ну, башня убивает, нам, походу, золото не засчитывает, да? В принципе, как и на всех стандартных моба-играх. В таких ситуэйшенах. Ну, да ладно, я думаю, мы сейчас затащим катку. Если, конечно, не будут чувачки сливать. Кормить их, а я думаю, затащим катку, ничего сложного. Надеюсь, конечно. Ты не против, чувак, если я тебя убью, а? Норм. Просто норм. Я уже забыл, чё у меня ульта запускает длинную стрелу, которая... А, я все, я вспомнил. Так, ребят, извиняюсь, мне там звонили. Так. Оп, чувак, наверное, ты поиграл, да? Мясорубка, отлично. Так, блин, не похильнуться как-то, а? Было бы, конечно, неплохо. Блин, маны нету. Отлично, блин, второй раз я его уже убиваю. Все, теперь я тпхаюсь и свалю. Так, что у нас тут? 1800 у меня есть. Так, что это? Плюс 9 к урону, 15 скорость атаки. О, ну скорость атаки мне не помешает. Купим, наверное. Это у нас тоже можно купить. Окей. Ну зачем отдаваться, чувак? Ну что такое, а?
Тут, ребят, походу, хоть тащи, хоть не тащи, один фиг будут сливать и проигрывать бой. Такое ощущение, что люди играют просто первый раз. Реально. Кто на миде? Нате вам, блин, стрелу. Отлично, и тебя сейчас заберу тоже. Не? Не нравится тебе, нет? А мне нравится. У меня, правда, маны больше нету, но... Блин, регенерацию бы какую-нибудь поставить на ману. Было бы неплохо. Так, ну чё, пушить будем? Как бы разменяемся один в один. Чтоб не так было обидно. Так, наверное, я вышку снесу сейчас, да? Или не снесу? Хотелось бы, конечно, снести. Наверное, снесу все-таки. Да. Отлично. Этого чувака, наверное, убью. Хорошо. Так, это у нас пассивочка, да. Что она нам дает? Эффект активирования нападения героя увеличивает скорость движения. Прикольно. Enjoy your last breath. Чувак. Чувак офигевший, наверное, да? Бойня, ребят, бойня. Блин, это изи. Это изи, ну, по крайней мере, у нас на лане. Так, ультецкий. Silent, but deadly. Так, вышка на меня согрелась. Ой-ой-ой. Ой-ой-ёшечки. Так, все, тпхаемся в киоск. 4800, подождите, у меня 3. Да не, мне не хватает пока. Не буду, значит, тпхаться. Сейчас немножко еще золота подфармлю и тпхнусь. Ну, стрёмно, конечно, отхилиться бы не мешало. Их тут двое. Не-не-не-не, чувак. Ладно, накидаю, все равно убьет. Все равно убьет. Так, ладно. Давайте, наверное, я сейчас куплю все-таки эти сапожки еще. Так, давайте посмотрим. 26-14. Ну вот люди, смотрите, есть 1-6 сыграли, 1-2. У меня 12-1. Ну как бы по дурости я слился, мог конечно спокойно уйти и все было бы хорошо. Отхилиться и вернуться. Ну, пожадничал. Пожадничал на золото, на фраге. Ладно. But deadly.
Так, а что, у нас вышку снесли? Извиняюсь, ребят. Так, ребят, проносим. Опять мне звонили, не дают мне нормально поиграть. Так, сейчас попытаемся снести вышки. Так, и у меня есть золото 7000. Можно, в принципе, тпшиться и... И, блин, начинать тупо нагибать. Хотя, я смотрю, наши нагибаются потихонечку. Печалька, ребят, печалька. Плохо, что такие союзники попадаются, а? Воу-воу-воу-воу-воу, все, я поиграл. Или нет? Да. А, что это он меня бросил-то? Вот зря он меня бросил, конечно. Сейчас я вернусь, чувак. Так, ладно, тпхаемся, тпхаемся. На лол хп тупо взял, остановился. Ну, зря, конечно. Был бы фраг у него. Сток урона, уникальный пассив, 20 шансов нанести критический урон при каждой атаке. Уникальный увеличит критический урон. Давайте купим. А, и все, что ли? А мне что-то бы с брони. Сапоги жизни, вот. 8 скорость движения. Так, стоп, стоп, стоп. И вот жемчуг сущности. 200... 250, а здесь еще дает нам 150 маны купить. Окей. Так, что они там мид не могут-то пронести вчетвером? Вы посмотрите на этот цирк, ребят. Вчетвером не могут пронести мид. Ну это, блин, ну цирк какой-то. Еще и сливаются там все. По-черному. Тупо все сливаются, ребят. Я не знаю. Ну, в общем, я думаю, мне все понятно с этим боем. Я понял. И они сюда двигаются сейчас. Окей, будем дефиться сейчас. Нет. Так, ладно, сейчас я пак заберу и пойду на мид. Если, конечно, успею. Не, они пронесут вышку сейчас. Да что вы не видите, куда вы идете, блин. Ладно, ребят, побежал я на мид. Чувствую, без меня там никак они не разберутся. Да ты что? Кто-то кого-то даже убил. Ой-ой-ой. Так, вот-вот-вот. Вот он. Вот он. Ты мой. Чувак. Ты просто мой. Так, давай. Забираем его. Забираем. Тупо всех забираем. Разбираем их на ухнарисе. Отлично. Так, сюда. Давайте я кину стрелы. Короче, буду я гангать. В роли гангера, да? Уничтожают нашу вышку. Прикольно. Прикольно, чувак. Не, никто помочь не хочет, нет? Ну, спасибо, я понял. Здесь у нас играют бойцы серьезные, ребят. Просто серьезнейшие. On my way. Так, ну что, мы снесем наконец-то эту вышку уже сегодня. Конечно, снесем. Давай, ну несем вышку. Несем и эту вышку. Так, я тебя понял. Я даже ультану ради такого дела. Так. Все, не-не-не, отстань от меня. Да, забираем, чуваки, конечно же. Конечно, забираем. Отлично. Просто круто. Так, что у меня там по деньгам? Блин, маловато что-то голдишки сейчас фармится у меня стало. Вначале как-то более-менее активнее играл, по-моему.
Ну куда ты уходишь? Ну забираем вышку. Ну куда ты уходишь, чувак? Просто тупо бей вышку и все. А, понятно, он сейчас еще сольется. Use the shadows. Так, ультецкий. На ультецкий у меня маны нету, да? А помочь? Не, никто не хочет, чуваки. Молодцы, забрали меня. Круто. Так, давайте посмотрим, ребят. Ну, чтобы вы понимали, 25 фрагов я сделал, 2 раза я слил. А вот люди есть, например, 3 фрага он сделал, 11 раз слил. 1 фраг сделал, 5 раз слил. Нормально? Я думаю, ненормально. Это, конечно, печально. Так, ловкость, урон, скорость атаки. Давайте возьмем. Ну, теперь меня аж 40 секунд не будет. И они за это время, скорее всего, пронесут наши линии все. Скорее всего. Это командная игра, ребят. Все зависит не только от тебя. Вы сами наблюдаете, видите, что я реально тащу катку. Ну, я один не могу затащить всех, понимаете? Не могу. Ну зачем вот отдаешь? Зачем ты отдаешься? Ах, слов нет, ребят. Просто нет слов. Сейчас мы их чуть-чуть отожмем. Просто чуть-чуть. Немножечко. И этот отдался, блин. Идиот. И этот идиот отдался, ребят. Они, походу, все идиоты здесь. До свидания, блин. Я их всех, смотрите, их всех тупо раскидываю. У меня жесткий перекач. А, внизу еще там кто-то есть, да? Сейчас я иду, чувак. Блин, уничтожает вышку кто-то там. А, наш. Так, чувак, все, я к тебе бегу. Не переживай. Сейчас все будет. Можно было ПТПхнуться. Ладно, не хочу. Не успел я. Как тебе, блин? Нормально? Посиди, отдохни чуть-чуть. Так, ну здесь у нас две вышки мы снесли. Я пойду, наверное, на мид сейчас. Хотя я ТП-шну сюда вот. Эй, чувак, ну не уходил бы ты, а? Подождал бы меня, не хочешь? Ну ладно. On my way. А, у меня нет слов, ребят. Просто нет слов. Ладно, идем на мид. Так, идем дефаться на мид, или дефаться, или сейчас тупо будем сносить им всем башни. Сейчас посмотрим. Мочим, валим их всех, валим тупо всех. Че, убили меня, да? Ай-яй-яй. Это печально, конечно. Кровь рекой. Это, конечно, печально. Так, киоск. Что мы тут можем продать с вами?
Так, хорошо. Но здесь я знаю, что-то есть типа дракона или что здесь. Его бы, конечно, забрать. Но как я объясню им, что его нужно убить, чтобы, блин, получить какой-то баф? Как им объяснить, ребят? Я его реально сам не одолею. Они этого, конечно же, не понимают. Ну да ладно. А, это я ТП-хнусь, понял. Возле своей же вышки ТП-хнулся. Да ладно. Все, все отдались, ребят. Молодцы. У меня есть ульт. On my way. Пипец какой-то. Просто жесть. Реально, ребят, у меня нет слов вообще. 39-54, они нас уже догоняют. Просто нет слов. On my way. Ну чё, мне туда пойти сейчас тоже отдаться. Как-то неохота. Use the shadows. Куда они пропали-то все, а? А вот же. Вот же. А вот вам и ульткетский. А вот вам, ребята, на пирожки всем. Отлично. On my way. Так, куда он пропал? Вот он. Конечно, помощи здесь я ждать не буду ни от кого. Не дождешься здесь помощи, реально. Без них разберемся, да? Я хочу баф взять, ребят. Нет, где мой баф? Блин, ну вы что, не видите, чуваки? Что за подвисание? Так, есть у меня деф. Им, ребят, хоть маяч, хоть не маяч, им все равно. Понимаешь, им показываешь. Нет, они сейчас тупо на миде все сольются. Release. Команда, конечно, сильная у меня попалась. Сильнейшая, ребят. Вообще, я таких сильных команд не видел еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну неужели, блин, ну нельзя зачистить? Ну, блин, вышки летят наши. Вы посмотрите на них. Ну если бы не я, конечно, они бы уже все. Уже б катка была слита. Release. Уже давно. Давным-давно. Тут еще какой-то чувак один играет, так более-менее, и все, больше никого нет. Все остальные кормят. Ух ты, у меня маны нет. Жесть. Просто жесть. Release. Так, у меня есть ульт, блин, но нет маны. Ой-ой-ой, чувак на децелах.
Не, чувак, ты ж не уйдешь никуда. Не надо тебе просто никуда ходить. Так, все, несем вышку. Вышка меня сейчас... Не, не убила. Блин, еще бы разок стрельнула. Была хана бы мне. Так, все, тпхаю себе домой. Киоск наш. Так, что продать? Скорость атаки. Давайте сапожки, наверное, продам. Так, секунду. Так, так, так. Вот это я, наверное, продам сейчас. А что я хотел купить? А вот это я хотел купить. Или вот это. Давайте я это куплю. On my way. Так, пойду, наверное, сюда на зачистку. Ну, а там сейчас опять все отдадутся, сольются. Ну, конечно, смотрите, как они играют. Они тупо... Ах, все-таки придется мне, наверное, бежать туда на мид. Так, ты пышешься назад, ребят. Да. Так, сейчас зачистимся. Кто-то мне наяривает, надо телефон, наверное, отключать во время стримов. Так, сейчас зачистимся, ребят. Ну да, все, они уже отдались. Пока я дойду, они отдадутся там все, 100%. Успею, нет? 68-50. Реально они догоняют нас, офигенно. Блин, у меня 40 фрагов, офигеть можно. Сам офигевший, если честно. Enjoy your last breath. Вы меня ждали, да? Блин, а как же вы так меня ждали-то? Я не ожидал вас, если честно. Сейчас их, наверное, убьют тоже. Да не, наверное, убьют. Ну, немножко команда у них сильнее, если честно говоря. Не немножко, а более-менее сильнее. Они даже вдвоем вышку не могут снести, понимаете? Ну что говорить, если смотрите, например, уровень у меня 18, а самый большой из них вот 15, только какой-то алфа. Ну, вот 9 есть уровень. Ну куда? Куда им играть? Блин, выкупаться здесь нельзя, да? Как, например, в доте за золото. Плохо. The dance with death begins again. Ну, давайте, дефайтесь, я иду. Я иду наказывать их, ребят. Просто, блин, не умирайте, и все будет хорошо. Find the target. Так, куда он делся? Чувак, ты куда делся? Покажись, пожалуйста. Или его убили? Наверное, его убили, я так понял, да? Так, все, надо ту вышку нам сносить. Ультанул, представляете? Блин, перепутал кнопку, использовал ульту.
начну добавить. Да, понятно. Видят, что я бью вышку, так все мне сейчас закрыл. Ну все, эта катка слита, наверное, ребят. По левелу они нас уже перегнали давно. И это, наверное, все. Скорее всего, блин, ну так тупо умереть. Такая возможность была победить. И тупо, вот смотрите, вот эти вот два черта, который на Эльвире играет. Он сыграл 2-11. Ребят, 2-11 раз слиться, блин. И вот это Акбар. 4-17, ребят. 17 раз, блин, слить бой, офигеть. Просто офигеть можно. У меня слов нет, реально слов нет. И опять же они идут, и опять же они будут сейчас умирать все. Потому что у них целая команда, они сейчас стоят дефи, их сейчас сразу всех мочканут. Хотя здесь, в принципе, добить Децл остался. Добивайте уже как-то. И забрать нужно вот этого вот, блин, дракона. Смотрите, что происходит. Так, ладно, пошел я на него. На попробую. Может, получится мне его забрать. Хотя я сомневаюсь. Я даже уже тоже, я нифига им не сделаю. Просто-напросто. Просто я им нифига не сделаю. Не, не получится мне его забрать. Блин, зря только хп потратил. Ладно. Так, есть ульт. Есть ультецкий. Один, второй. До свидания, чуваки. Сидите дома. Ну чё мы, казармы-то будем нести? Так, по-моему, один... на меня идут, да? Так, а как бы мне вас, блин, быренько так уничтожить, а? Просто по-бырому. Блин, вышки надо уничтожать. А вышки на меня сагрились. Это, конечно, печалька, ребят. А, все, я лол хп, надо свалить. Просто свалить. Так, все, я тпхаюсь на отхил. Так, что по золоту у нас? Так, вот это вот купим. Все. Да чё, все слились опять. Все опять ушли. В киоск, ребят. Все опять ушли в киоск. Куда ты сам лезешь? Вот скажи мне, чувак, вот куда ты идешь сам? Пипец.
Да, просто нужно снести нам. Да не, ну все корм. Вы смотрите, все умирают. Я сам не смогу. Я реально сам не смогу играть. Хотя бы втроем бы, блин. Ну втроем бы мы их затащили, всех пятерых бы завалили. Если бы они не тупили. Давай, мочим, мочим их нафиг. Всех мочим. Раздаем им, блин. На конфетки, нет. Вдвоем пятерых мы не затащим точно. Давай, давай, чувак, уходи. Зря ты остановился. Просто зря остановился. Мне интересно, почему они не несут. А, они в дефе тут в полном. Тут миньоны нас уже, блин, наверное, победа наша, ребят. Ну, за счет миньона, вот и за счет, наверное, одного меня и чувака, который со мной сыграл, наверное, мы победим все-таки. Тут, в принципе, осталось немножко добить. Я надеюсь, у нас это получится. Тут бы казарму еще снести. Ну, миньончики, может, снимут сейчас казарму. Да, снимут, наверное. Скорее всего. Они тупо не успевают даже дефаться, ребят. Ну, куда ж ты лезешь-то, блин? Ну, как тебя назвать, а, чувак? Так, уничтожили казармы, это хорошо. Так. Давайте, миньончики, несите, несите. Блин, да мне сейчас пару раз тоже выстрелить. В принципе, и все. Так, есть ульт. Просто есть ульт. Которым я сейчас кого-то вынесу. Отлично. Забираем его нафиг. Забираем их всех. Отлично, все, победа наша. Фух, ну неужели победили? Ребят, неужели я с такой, блин, идиотской командой и победили мы? Ладно, давайте посмотрим стату. Так, 46 фраг, да? Отлично. Лучший игрок побед отряда. Инстинкт убийцы, убил больше всех. Это что? Герой-завоеватель уничтожил наибольшее число зданий. Короче, лучше всех я сыграл. Я заработал испанский канал. Короче, с испанцами я, походу, играл, да? У этих чуваков больше ничего нет. Ну вот, более-менее, ребят. Вот на Венде сыграл 11-14, более-менее. А, и Пандора, да, 11-14. Но вот эти вот два, блин, дятла сыграли жесть просто как.